приняли участие в республиканском субботнике и жители Зугреса. На уборку вышли работники градообразующих предприятий и учреждений бюджетной сферы. Особое внимание участники субботника уделили центральным улицам и газонам у мемориалов. Видео генеральной уборки Зугреса нам любезно предоставили мобильные репортеры, активисты местного общественного движения «Донецкая республика». Работники Зуевской теплоэлектростанции привели в порядок территорию у Вечного огня, пересадили в соседний сквер уже довольно большие туи, которые начали загораживать мемориал. Кипела работа и на аллее ветеранов, и в поселке Зугрес-2, где от прошлогодней листвы и дикой поросли были убраны центральные улицы, а также придомовые территории. Все предприятия города, организации, партийные организации, общественное движение «Донецкая республика» как один вышли на субботник и работают на закрепленных территориях. Субботник проходит при большом энтузиазме людей, при большом желании людей сделать свой город более чистым, более нарядным, потому что мы все здесь живем.